А мы продолжаем. И тут какой-то робот-дровосек. Ну, его какой-то дедушка лысый остановил. Ты кто? А, это, видимо, как раз этот Нострадамус. Волшебник спас меня, наверное, мне стоит идти за ним. Наверное, но сначала, видимо, что-то надо взять здесь. Парниковый махолет, рада, что она жива. Хотел мысли прочитать ее. Так, точно ничего тут нельзя, да? Если приближаться к нему, вдруг он разорвет лианы. Как обычно, везде чего-то не хватает. Кусок бочки. Самый обычный муравейник. Хорошо. Сетка. Что-то будем собирать, видимо. Рыхлая земля. Может попробовать накопать червей для ловли рыбы. Будем рыбку ловить? Сел флюгер. Так, айда, короче, к волшебнику. Этот волшебник спас мне жизнь. Он не будет возражать, если я нанесу ему визит. Ну... Ой-ой-ой, что это? Покусает пчелы. А кто это вообще такой? Веревка. Красиво нарисовано все так. Видимо, готовить надо будет. Угу. Сачок. Эмблема зачем-то. Так, 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 подождите. А, не взять нельзя. Ладно. Ладно. Ну чё? The charms I have cast on this machine are weakening, but I can hold them yet a little while. You must go to the great tree and awaken its spirit. Only the great tree can help destroy this monster. Ладно, ладно, не ори так. I pray. My strength fails me. Думаю, я должна сделать так, как сказал Нострадамус. Без его помощи я не смогу попасть в цитадель Железного Лорда и спасти дядюшку. Главное, не познакомились, ничего. Так вообще никого-то. Всегда друг друга знали. Так, книжки. Это просто книги-обманки, за которыми спрятан тайник. Насколько сильно, чтобы вытащить гвозди. А я могу эмблемой вытащить гвозди, не? Так. Магической книги не хватает. Птички поют. Так, там что-то есть. Еще одна гиря. Нужна. Так. Это. Так, а вот шапка, кстати, пасечника. Под ней кто-то сидит. Там, видимо, наша старая добрая обезьянка. О. Угу.
гадюка эта. Это мерзкое существо снова портит мне жизнь, когда она оставит меня в покое. А, нет, это какой-то... Кто это? Гремлин какой-то. Оторвана сетка. На, вот тебе сетку. Пришить на веревку. Не подходит? Кусок бочки хочешь? Эмблема. Ладно. Ты кто? Хорошо. Ага, на ту сторону он хочет, понятно. Арбалет. Натянуть тетиву. Так. И, может быть, эмблемы выстрелим, не? Стрела. А кусок бочки тебе не подойдет? Хорошо. Ну да, мост опустить. Гиря. Отлично. Механизм. Механизм. Позвонить в колокольчик. Здесь должен колокольчик висеть, чтобы он услышал и покрутил. Хорошо. Так, гиря. Держи гирю. Так. Что надо делать? Слушайте, ну, фантазия, конечно, зачем я сюда нажал? Прекрасная у авторов. Очень классно придумано. Мне нравится. Отлично, шляпа есть. Теперь мы можем спокойно пойти с тем гоблином поговорить. Правда, не знаю, кто он вообще такой. Хороший или плохой. Ну, есть у меня шляпа пасечника, что с ней делать? А, вот так вот. Так, липкий висячий замок. Нужно починить улей, тогда пчелы успокоятся, я смогу подойти к лесному великану. Ах, это лесной великан. Прибить гвоздями. Нужны гвозди. Так, а что? Может быть? А чё, кстати? Нет? Ладно, пока здесь нечего готовить. Ну, это, конечно, бесполезно, да? Замечательно. Так, гвоздики нам нужны. Где можно взять гвозди? Может быть, муравейнику положить, чтобы они его объели? Угу. Хорошо. По назначению. А какое назначение у этого замка может быть? Может быть, сюда эмблему прицепить? Так. Висел флюгер. Хочешь замок вместо флюгера, не? А вот эту штуку. Накопать червей. Так, что у нас еще здесь может быть? Не то. Ты же что мне все пугало это показываешь? А, вон тут. Так. Банка. Здесь нужен крючок. А могу я, блин, использовать, не? Жаль. А на замок? Было бы забавно. Давай. Вали туда.
Молоток. Прекрасно. Что там делал молоток, непонятно, единственное. Блин, я хочу вот такую игру, где можно вот так вот посидеть, рыбку половить. Так, прибьем сейчас его тут. А, блин, гвозди же нужны. Так, банка. То есть просто так не... Давайте думать. Во-первых, отсюда берем с помощью молотка гвозди. Отлично. Книжка заодно. Дельфина созвездие какое-то. Что-то все перепутано. А, вотчина. Готово. Изи. Пизи. Шмизи. Нет, наоборот должно быть. Даже... А, в обратную сторону. Ну ладно. Ну. Ты зараза какая? Почти. Да хватит уже, а? Нет, наоборот. Да. Да блин. Ну, в другую сторону, ладно. Методом. Да, по-моему, можно просто так вот крутить по барабану вообще, что получится. Кристальный шар. Что-то спер себе, короче. Ладно. Заколачиваем. Забиваем. Пчелы довольны. Здорово. Пчеловод. О, спасибо за стрелу. Ага. Медовик хочешь? Пуговку дашь? Блин, страшный товарищ вообще. У меня еще вот эта штука, которая крутится. Так, а здесь у нас... В этой комнатке вроде все изучено. Да. Стреляем из арбалета. Мост опустился. Замок. Отлично. Айда в обсерваторию. Еще один какой-то. Гоблин-шмоблин. Ha ha ha!
Там дерево, видимо, мешает. А, нет, он что-то отломал. Малыш украл линзу от телескопа. Нужно срочно ее вернуть. Что ты за это хочешь? О, рыбки хочет. А чем мне накопать рыбу, интересно? Здесь... А, вот лопата, кстати. Сам спросил, сам ответил. Так, с этим... Понятно, не хватает солнца. Какая-то хренотень здесь есть. Спряталась. Ну да-да-да. Меха. Это чтобы там великану этому готовить. Так, вертушка. Ага, я понял. Куда? Музыка такая жизнерадостная. Так, ну здесь вроде как все. Айда сначала копать червей. Плюс нам нужен будет колокольчик сделать или найти. Не знаю, как правильно. Ага, внутри даже что-то есть. Поплавок и крючок. Прекрасно вообще. Вообще шикарно. Копнули. Взяли червей. Ох, и пошел на реку. Я люблю рыбалку. Так. Наживку. Закинули. Надо ждать. Клюет. Клюет. Так. Давай что-нибудь посолиднее. Ну вот же я тяну. О. Сколько нам надо рыбы? Чтобы этого мелкого накормить. Три мало. Че, пять рыбешек? Так, все. Что-то можно было потрогать. Не бузи. Так, рыба. Положить в огонь. Развести огонь, и рыба готова. Для этого что? Вот так вот. Отлично. Жареная рыба. Что ж такое? А, рецепт. Ага. И что, тогда того малыша кормить? Кстати, кристальный шар надо будет разместить. Там внизу. На. Ой. Лопай. Сковородку бы вернул. Линза. А, ну вот расположение. Фиолетовое, синее, красное, зеленое. Ну это не то, да. Там птицы летают, офигенно вообще. Так, давай сюда поставим. А вот и солнце. Все пока довольно просто. Ой, что я делаю? Так, фиолетовое. А что, я не могу?
Фиолетовое, синее, красное, зеленое. Я думал, на определенном расстоянии можно их двигать. Не, нельзя. Синее, красное, зеленое. Новое достижение, ученый. Рецепт. Прекрасно. Да ладно тебе ныть. Рецепт. Так, три теста. Три раза, да? А, не, подождите, потом скалку берем. Угу. Потом сюда. И чё? А тут пофигу уже. Подождите, а он какой-то хотел, по-моему, специальный. Или все равно? Лучше делать все по рецепту. А тут разве... А, ой, я дурак. Тут несколько страниц, оказывается. Я думал, только одно. И что мне делать теперь? Заново? Несколько слоев. Три слоя. Так. Еще полить вот этой штукой надо. Яблоки. А у меня, кстати, почему-то не поливается этой штукой. Банан. Фига у него там любимые сочетания. Короче, два слоя, а я уже неправильно начал делать. Груша. Все, у меня уже кончилось все. Как все это сбросить? Понравится. Смотри, все равно понравилось. Бред. Ну ладно. Звоночек. А нас вместе туда отвезут. Какая-то грустная улитка. Что он с ней хочет сделать? Забавный чертяка. Щит. А вот это грустная улитка. Я видел, как хранитель кормил эту. Это хранитель. Улитку с желтым фруктом. Угу. Мне понравилось что-то длинное, чтобы ближе подтянуть корзину. Нет? Прям пропасть какая-то. Так, туда я, значит, могу зайти, да? А что он с собой брал? Этот фрукт, что ли, да? Еще одну тыкву. Угу. На, держи щит. Что? Осагай. Могу я им достать? Да, могу. Жук.
Светляк. Еще такую же лестницу я смогу спуститься вниз. Угу. Так, ну сюда тыква нужна. Если снять мех, из кожи можно сделать барабан. Эмблемы можно снять, нет? А эти? Нет. Так, это мы смотрели. Ну, айда. Еще один светляк. Как хранитель туда попал, интересно. Оба. Нужно накрыть котел перед тем, как я перережу веревку. Барабан. Тыква. Ну, давай. Копьем. Отлично. Что-то лежит. Так, что это такое? Крышка. Отлично. Ложка для меда. Дай говна, дай ложку. Так, накрыли. Перерезали. Защитник хранителей. Да я вообще мега-герой. Так, груша для улитки. Эту маску можно склеить, но сначала нужно сказать, что нибудь клейкое. Понятно, надо медом ее склеить. Так, это что у нас? Здесь можно заточить что-то. Затупившийся предмет. Что у нас могло затупиться? Эмблема могла затупиться? Нет. Всякие маски. Понадобится кожа. Угу. Так. Угу. Маску тебе надо сделать. Хорошо. Айда к улиткам. На, грустная, стань веселой. Так, скорее всего, там где-то улей будет с пчелами. Ага, вот и ложка. В смоле даже, не обязательно это мед. Так, этот друг у нас веселится, он что-то хочет сделать. Явно. Что ты хочешь сделать? Куда ты хочешь полететь? Покрутить эту штучку хочешь? Нужно привязать веревку к барабану. Что такое? Пьедесталы для идолов. Ого. А, во. Давай. Давай. Так. Что у нас здесь? Угу. Вообще-то нам нужно было разбудить дерево, насколько я помню. Так, бритва, которую надо заточить будет. И вот замену надо искать этой штуке. Ладно. Так, склеим ему маску. Бритвой бритву заточим.
кожу для барабанов, соответственно, возьмем. Смолой склеим. Пусть малыш порадуется. Отлично. Держи. Забавные ребята. Хочешь провести ритуал, но ему чего-то не хватает. Думаю, пора снова воспользоваться мыслескопом. Угу. Статуи ему не хватает. А, третьего барабана не хватает. Ну, это мы уже поняли. Мы этим и занимаемся как раз. Кожа. Сейчас починим тебе барабан. Бритва есть, все нормально. Готово. Ставим сюда барабан. Психушник. Мне бить надо по ним. Забавное взаимодействие. А, подождите, вот синий, желтый, красный, синий, желтый, красный, синий. Вот. Дай мне его. Желтый, красный, желтый, красный, желтый, красный, желтый, красный, синий. Желтый, синий, красный, желтый, красный. Как я это запомнил, не знаю. Не спрашивайте меня. Как ты запомнил? Так, идолы у нас есть. Ставим их сюда. В какой последовательности их ставить? Я не знаю. Раздвинуть. А, где-то здесь что-то нарисовано, может, было? А, вот, смотрите. Действительно, что меня ждет внутри? Ну ладно, а то, что нас ждет внутри, мы продолжим в следующей серии. Спасибо, что смотрели. Всем пока.